Здравствуйте! В эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Спонсором программы является группа компаний Green Apple. В Набережных Челнах представлена как кафе-столовая в IT-парке. Также работает в Елабуге, Казани и Иннополисе. В связи с расширением активно идет набор сотрудников на вакансии. Мы заботимся о наших сотрудниках. Социальные гарантии, бесплатное питание, униформы и вахта. Поощряем инициативу и обучаем. Для нас важна работа каждого, будь то директор, повар или уборщица. Green Apple. Приходи в нашу дружную команду единомышленников. В воскресенье 25 августа, по прогнозам синоптиков, в Набережных Челнах дождь. Температура воздуха плюс 19 градусов, ночью плюс 14. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. Отличного настроения. Оставайтесь на нашем телеканале.